разбить. Ну и фрага себе сейчас разобьют сами. Да? Вон, смотри, видишь она? Да. Нет, вон там, видишь их? Да, слоники. Такие слоники, нет, они. Это слоники, это тоже какие-то. Ты посмотри, эти. Вот она подходит и ест у него из рук. Вон там да, они ходят по дороге, бизон. Аня. Это американские бизоны, там были европейские бизоны. Аня. Что это? Смотри, Аня, он ест из окна. Аня, посмотри, как он кушает, Аня. Аня, посмотри, Аня. Смотри, вон впереди, вон он прям в окно залез. Смотри. Видишь? Смотри, видишь, что он делает? Ты видел, он ел прям? Смотри, он подходит и ест у них. Видишь? Молодец. Видишь, Ань? Да. Ну ничего, и потом закали. Да, стоит и смотрит, смотри. Кто это? Верблюды. Да. Эса, мам, а почему сначала клетки были, вот эти бычки, а теперь без клетки? Они куда хотят, уйдут, да? Да. А почему? А сначала в клетке были, а теперь без клетки. А теперь без клетки. Ты им разрешали, видишь, какие они умные, они здесь гуляют. Находят, не продует ее, главное. Не, ну надо закрыть, конечно. Они здесь живут? Да. А верблюды здесь? Да. Таких маленьких? Алло? Да. Таких маленьких. Алло? Алло? Смотри, там еще, алло? Еще кто-то. Еще кто-то. Алло? Пап, кто там? Не знаешь? Оранжевые. Алло? Оранжевые. Кто там оранжевый ходит? Какой-то... Пап, там возле стразы какие-то оранжевые ходят. Зачем коза придет к страусу? А ты что, здесь смотришь? Да. Покажи. Папа. Да. Зачем коза придет к страусу, Ань? Не знаю. Гулять. Гулять? В гости? Я видела. Ты видела? Коза пришла к страусу. Зачем? Не знаю. Где? Не знаешь? Маленькие, Ань, ты знаешь? Папа, что они делают? Играются. Играют такая. Слоники играются, да? А хотят играть? Да, так вот они играют, да. Зебры прям с задними ногами, как другой зебры брыкает. А вот. Почему зебры никак не хотят отступать дорогу? Хотят, Ань. Что? Не хотят. Они их так кормят, пап. Угу. Кормят. Да. Какая-то штучка там выскочила. Смотрим. Вот такой большой.